Эпидемиологическую ситуацию вскоре в Одессе специалисты называют неблагоприятной и призывают активно вакцинировать детей. К этому моменту прививки получили 69% малышей, тогда как норма 95%. Из 30 заболевших корью в городе 27 детей. Врачи вновь напомнили, что вакцин хватает. Все они европейского производства. Наши детские поликлиники работают две смены. Вакцина на сегодняшний день в городе есть. Вакцина Приорикс, мы все ее знаем, это вакцина производства Дании, европейская вакцина. На сегодняшний день мы уже, Украина, и в том числе Одесская область и город Одесса, получили вакцину такую же КПК, корь, паротит, краснуха, американскую. Альтернативы прививкам нет, подчеркивают врачи. Когда будет привито 95% детей, остальные 5, которых по разным причинам нельзя прививать, будут защищены. К тому же дети не будут заражать взрослых. При первых симптомах высокой температуры, слабости и кашля тут же обращаться к врачу. Корь у взрослых чревата серьезными осложнениями. 20% всех заболевших имеют осложнение пневмонии, а пневмония, она вирусная. Ее, в принципе, практически нечем лечить. Мы корь лечим посиндромно, потому что специфического лечения против вируса кори нету. Сейчас специалисты продолжают вести разъяснительную работу среди руководства и педагогов одесских школ и детских садов. Главной проблемой врачи считают страх родителей перед прививками.